Самая прекрасная женщина та, которая ожидает чуда. А чтобы ожидание было комфортным и незаметным, на 4-м этаже торгово-развлекательного центра Тимошковых работает отдел «Вита Мамочка». Кто сказал, что беременность и красота не могут быть синонимами? С помощью отдела «Вита Мамочка» несложно оставаться стильной на любом месяце беременности. В магазине есть не только традиционные джинсы и комбинезоны, но и одежда для офиса. Не стоит поддаваться стереотипам и выбирать мешковатую одежду. Отличительная особенность отдела «Вита Мамочка» – удобство и оригинальный крой, который учитывает все изменения, происходящие во время беременности. Именно поэтому брюки, платье или туника не станет мала через месяц. Найдут здесь много необходимых вещей и те, кто уже дождался появления малыша. Например, специальное белье для кормящих мам и послеоперационные бандажи. А в преддверии Нового года всем мамочкам отдел дарит праздничные скидки. Выглядеть привлекательно, чувствовать себя комфортно и всегда сохранять хорошее настроение будущим и новоиспеченным мамам поможет отдел «Вита Мамочка», который находится на 4-м этаже торгово-развлекательного центра Тимошковых. А тем, кто своего чуда уже дождался, стоит заглянуть в отдел «Панда» на 4-м этаже ТРЦ Тимошковых. В магазине найдется любая одежда для детей до 13 лет. Совсем немного осталось до самого волшебного праздника. В отделе «Панда» можно найти карнавальные костюмы для утренника. Никаких традиционных зайчиков и снежинок. Современная «Панда» предлагает переодеть малыша в популярного спайдермена, ковбоя, Кощея Бессмертного. А маленькие принцессы могут предстать на утреннике в образе внучки Деда Мороза, лисички, сестрички и елочки. Не забыла «Панда» и о символе Нового года. Костюм лошадки с симпатичной мордочкой для девочки и штанишками для мальчика. Все это тоже можно найти в отделе. А для тех, кто соберется на маскарад в образе принцессы, «Панда» подарит платье с 15% скидкой. Производитель детской одежды – Турция, поэтому все от наборов для крещения до верхней одежды – качественное и из натуральных тканей. Для капризуль – ползунки, кенгушки, шапочки и носочки. Модникам постарше «Панда» подготовила стильные утепленные джинсы. Хоть тропический мишка никогда и не видел снега, он позаботился о том, чтобы брянские малыши не замерзли. Пуховики, комбинезоны и теплые колготки есть всех размеров и разного цвета. Здесь вы найдете все для своего чада. Приходите и убедитесь сами, ведь «Панда» – это то, что любят дети. Все покупатели получат дисконт в подарок. Каждый маленький ребенок 1 января просыпается рано утром, чтобы быстрее заглянуть под елочку. Не разочаровывайте кроху и выбирать подарок приходите в отдел «Моделист» на 4-м этаже ТРЦ Тимошковых. «Моделист» специализируется на продаже игрушек и радиоуправляемых моделей от самых известных мировых производителей. На полках этого магазина вы найдете радиоуправляемые самолеты, вертолеты, лодки и машины. И даже танки, которые умеют плавать и стрелять, но, к счастью, пластиковыми пульками. Одним словом, все то, чем хотят завладеть мужчины любого возраста. Внедорожники с легкостью преодолевают пересеченную местность, умеют даже прыгать через трамплины и развивать скорость до 80 км в час. Многие модели внешне практически полностью соответствуют своему прототипу, а потому игрушками их получается назвать с трудом. Тем более это не только электрические машины, работающие на специальных аккумуляторах, но и с двигателями внутреннего сгорания. Несмотря на кажущуюся простоту, они поражают своими техническими характеристиками. Кстати, в Брянске проводят специальные соревнования по умению управлять такими моделями. Кроме того, отдел «Моделист» предлагает и стендовые модели, которые еще нужно собрать и раскрасить. А для этого здесь есть все необходимое – краски, инструменты, аэрографы. С «Моделистом» можно познать все тонкости футбола или баскетбола, правда настольного. В отделе «Моделист» на 4-м этаже ТРЦ Тимошковых можно подобрать не только подходящую игрушку для ребенка, но и для самых взыскательных профессиональных моделистов и конструкторов-любителей. Дарите хорошие подарки вместе с отделом «Моделист». Кстати, в преддверии Нового года отдел, как и весь торгово-развлекательный центр Тимошковых, дарит каждой семье скидки до 50%.